Привет всем! Я Дэвид Гуэта, диджей, диджей и музыкант. Сейчас повсюду пандемия. Нужно узнать, в какой стране можно устроить дискотеку Дэвида Гуэты. Или Гайяне. Может быть, Бангладеше или штат Небраска США. А может быть, это остров Сан-Марино. Сан-Марино не остров. Сан-Марино часть Италии. А, ну все понял, Италия, ясно. Кто же мне поможет найти страну сегодня? Самогонщики нам помогут. Эй, ты! Дэвид Гуэта. Ну, балбес, я слушаю. Я видел твой клип, там панды бегают. Тогда тебя к нам. Лучше к нам самогончик выпьем. Зачем тебе дискотека? У нас спирта много. Точно. Жить хорошо. Ну нет, ребят, я не старый, чтоб самогон выпить. Ну как хочешь. У нас тут, мы тут заняты. А пока другие помогут. Лоси, о, хозяйка. Ну, самое, конечно, лучшее место — это Лондон. Но теперь там у нас появился новый мутантический ковид. Так что сюда лучше не ехать. Но мы с Лесси тебе поможем. Попробуем найти подсказки в книжке. По буквам. Грузовик. Вот. На грузовике в Гайану. Все свои тумбы туда. Бычок. Фонарик. Чё? Это же Н-буква. Откуда там фонарик? Фонарик. Что это за книга такая? Сон. Да-да, в Сан-Марино. Как же, слоны. Что еще интересного скажете? Мы думаем дальше. Барби и его собачка. Мы любим Париж. Франция, Париж. Ах, так романтично. Приезжай к нам. Париже. Но Франции нету. Нету тут Франции. А, ну ладно. Иди по буквам, как его хозяйка Лесси делала. Да? Ну давай попробуем. Глобус. Есть Гайана на глобусе? Ну есть, это же южноафриканская страна. Второй балл. Баран. Кто, я? Не, у меня панды бегали, бараны не бегали. Нитки. Ой, я и вышивать люблю. Самолет. Так, летит навеком на самолете. В Сан-Марино. Внутри Италии. Сначала в Италию, потом в Сан-Марино. Потому что Сан-Марино такая маленькая, что там даже самолет не уместится. Почему? Ладно, окей, Сан-Марино первый балл. Актеры из сериала «Территория красоты». Ну, мы тут недавно снимались на Украине. Нам там «Территория краси» там назывался наш сериал. Вот. Украина. Нет Украины. Ну так как Украины нету, ну мы можем. О! Песни! Да. Так. Сколько нас там? Актеры, которые снимались, 5 актеров снимались. Значит, песня номер 5. Уронили мишку на пол. Оторвали мишку. Что? Мою панду? Да нет, это не панда, это не панда. Это мишка плюшевая. Да.
А я тоже испугался. Это же Мишка плюшевая. Фу, фу, фу. Не трогайте мою панду, она мне еще нужна. Лучше помогите мне. Делом займитесь, да, уже. Сколько можно сниматься, песни слушать. Вот ты, например... Ответь по точкам автобус. Который ездит по всему Гаяну. Третий балл. Ну, а ты можешь... Дорисуй рельсы и шпалы для поезда. Так, который отправляется... В Бангладеше. Первый балл. Ну, а ты... Дорисуй цистерну молоковоза. Да, молочка для моей панды. Ну и... Вы двое... Обведи по точкам ворота ангара. Да, где хранится мой персональный самолет. Круто. Вот. Ладно, помогли. Рик. Так. Давай швифтанемся. Швифтанемся? Давай швифтанемся куда-то. Да, по всему вокруг света. Ну давай. Швифтанемся. И куда мы швифтанемся? В Африку швифтанемся. Нету тут у нас Африки. Тогда волны. Волны, океаны. Ну, это Сан-Марино только подходит. Второй балл. Сан-Марино? Ну, тогда Сан-Марино. Я даже знаю, на чем мы поедем в Сан-Марино. Вместе с капитаном Ронгелем. Так, Рунгель, срочно нужно Дэвида Гвета в Сан-Марино отправить. Ясно? Ясно. Третий балл Сан-Марино. Ой. Королева Эленор и Мэрита. Да, ну я вообще-то королева, я не должна никому помогать. Ну давай, давай поможем. Этот Дэвид Гвет, у него такие песни классные. Он звезда. И он красивый! Звезды уборку не делают, их задача одаривать мир своим сиянием. Ну, и где же Дэвид Гуэта будет одаривать мир своим сиянием? Ромашка, ромашка, белый! Цвет в флагах. Ага, значит, ищем белый цвет флага. Гаяна. Четвертый балл Гаяна. Сан-Марино. Третий балл, Сан-Марино. Ну, ну спасибо, Барбоскины. Помогли. Так. Кот Базилио и Лиса Алиса. Так. Так, где же Буратино? Не видали Буратино? Да? Слушай, Македонский, где же Буратино спрятался? Небраска! Небраска! О, кстати, Небраска. Второй балл. Слышь, Гвета, пойдем с нами. Там Буратино есть, у него 5 золотых монет. На всех хватит. Маловато будет. Ну, как хочешь. Мы пойдем с Базилио, да, Базилио? Пошли. Леонид Куравлёв. Так. Дэвид, вообще-то я танцую с дамой. Ты меня прерываешь во время танца. Ну, прости. Но я пришел помочь мне. А, смотри, там буквы, там азбука. Выучишь вместо меня? Эх, ну ладно, не дашь танцевать с тобой. Носороги. Небраска, кстати, есть только в зоопарке. Бармалей. Он в Африке вообще-то гуляет. Газель. По Гаяне, газели? Ну, может быть.
сон. Катибал. Ну нет, слонов Сан-Марино, вы что? Там только трасса Формулы 1 и все. Больше ничего там нету. Ну еще одно футбольное поле есть, где играют футболисты Сан-Марино. И все. Крачковская. А я знаю, я фиксиков видела. Да. И тебя вылечат. Меня уже вылечили. Я фиксиков видела. Нет никаких фиксиков. А вот и есть, я докажу. Кое-что не есть. Вот они. Самокат. На самокатах ездят. Гайка. Прикрути себе гайку, а? Будильник. Ох, еще и вставать надо, не. Ножницы. Так что иди-ка ты, Крачковская, в парикмахерскую. Сегодня как раз 1 марта в Латвии открылись все парикмахерские. О, это хорошая идея, я пошла. Маникюр себе сделал, и маникюр, да, и все. Не мешайся тут. Савелий Крамаров. Да? А кто такая панда? Панда такое животное. Так панда же животное. Она на ферме должна быть. Нет, жить. Панды в азиатских странах бывают. В Китае, например. А да? Тут только коровы, свиньи, куры, петухи, кролики, козы, лошади, даже... Еще машины, когда управляет. И никаких панд. Да, а это не панд. Не, это не панда. Это корова. Похоже на панду, но не это панда. Это корова. В Азии живут панды. Бангладеш, так что второй балл получает. Да? Ну, сколько мне еще много, мне нужно знать. Ой, да, где-то... Достал, да, дегустировали сам. Мы сейчас поем. Сколько вас? У вас 3. Третья песня. Гвата, ты забыл собаку? Собака тоже наша. Во! Белые кораблики, белые кораблики. Уберите этих пьяниц, пожалуйста. Она, наверное, самогон выпили. Да, будешь пятым? Спасибо, нет. Не надо. Не надо. До свидания. Белые кораблики, белые кораблики. Где же белые кораблики уплыли? Небраску. Третий балл, штат Небраска, США. Так. Ну что ж, Дэвид, Лесси мне говорит, что нужно еще одну азбуку выучить. О, какая у тебя классная собака, Барби. Я не Барби, я хозяйка Лесси. Ух ты. Ну ладно. Но похоже на Барби, такая. Я еще раз сказал. Красивая такая. Я не Барби, я хозяйка этой собаки. Еще раз назовешь меня Барби, я вообще не буду тебе помогать. Ладно, не обзываю тебя. Ладно, Барби. Ножницы. Что? Барби, ну и бери свою Барби, я тебе вот не помощник. Вот Барби. О, Маша, я слышала, ты звала. Да, конечно, звала. Эта тетка агрессивная над меня была. И обиделась после этого. Она не поняла, что Барби моя самая любимая кукла. Это я настоящая Барби. Ну, я могу азбуку выучить. Ножницы. Бабочка. Ох, бабочек ловить с тобой. Гусеница. Да, из гусеницы вырастает бабочка, это точно. Самовар. Приходи к нам, чайку попьем, а собачке молочка дадим, да, Миша? Конечно, Маша. Окей, пошли к Машеньке.
Окремя того. Еще песни? Да? Ну давайте. Вы уже были пять. Мы знаем, что пять актеров снимались. Значит, песня номер пять. И на ромка не гляжу. О, носороги, крокодилы. А панды? Панд есть там у вас? Ладно, солнечная страна, где у нас тут? Конечно же, это Гайана получает 6-й балл. Так. Итак, пираты, давай! Швы втаемся, свисточек наверх, отправляемся. Куда? В остров. Тут нет островов. Никуда я с ними не поеду. Они еще возьмут меня в плен. Деньги потребуют. Выкуп. Нет. Лучше Мерида. Мерида, помоги лучше. С пиратами разобраться. Позвони своим этим, как его, подружкам, принцессам. С удовольствием. Сначала позвоним Белоснежку. Белоснежка, что говорят твои гномики? Ага. Я таки не понял, а что это за страна? Они гномики-то не знают. Ага. Может, ты знаешь? Золушка. Знала, сказала. Ну, ясно. А может, ты? Русалочка. Я в море плаваю, я ничего не знаю, я ничего не вижу. Помощнички. Ну, там же было это, как его, зеркальце. Пираты находятся в Бангладеше. 4-й балл, Бангладеш. Королева, почему ты зеркальце разбила? Это не я разбила. Это Кобазилио и Лиса разбили. Потому что хотели спросить Буратино, неправильную Буратино показывали. Да. Вот точно. Подайте, пожалуйста, нам машину. На пропитание. Да, машину нам. Будет ванна, будет вам черный дорожник. О, круто. Ездит по черным странам. Круто. Мы будем вместе с Гуэто песни петь. Видите, у меня тоже очки черные. Как у Гуэты. Черный цвет. Ага, поищу. Гайана. 7-й балл Гайана. Так. Ну, поехали. Ну, я же говорил, я занят, я танцую. О, посмотри, там азбука мультяшек. Ах, ну ладно, для вас что угодно. Сундук. Драгоценности. Ну, это к пиратам, это не ко мне. Герда. В Гаяне ждет меня моя фанатка Герда. 8-й балл. Бачок, смельной бачок. Так, и... Нильс. А в Небраске Нильс. Как выбрать? Лицец Герде или Нильсу в штат Небраска? 5-й балл. Даже не знаю. Меня опять вылечили. Качау! Яму-няму-куин! Это мой друг
Мэтр и моя подруга Селли. Какие красивые машиночки. Ты чё? Ты будешь на машин смотреть или азбуку изучать? Ладно. Насос. Машины качать будете вы сами. Мы же тачки, мы не можем. Буст. Туда я не поеду, там ничего нет, там пусто. Гвидо. Италия. Сан-Марино. Сан-Марино получает 5-й балл. Салли. Вот это самая красивая, синенькая-пресиненькая машинка. Ой, давай посмотрим, да, синенькие цвета во флагах есть где-нибудь? Сан-Марино. 6-й балл. Небраска. Тоже 6-й балл. Так. Ну, что вам? Выучи азбуку, Крамер. О, азбука, давай. Ты как доктор Ливси смеешься. Бант. Белка. У тебя белочка? Нет, это у Крачковской белочку надо лечить. Гусеница. Гитара. О, музыка играет в Гаяне. 9-й балл. Самолет. 7 самолетов летят в Сан-Марино. 6-й балл. Ножницы. Нитки. Ну, хорошо. Ну вот, напились. И пасть. Пошли уже спал. Ясно. Это самогонщики нам не помощники. Да эти самогонщики. С нулей, правда, Лоси? О, кот! Кот, я вижу кота! Уберите кота от меня! Уберите собака от меня! Ладно, 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 все. Я боюсь собак! Все. О, Рик, ты не боишься котов? Да нет! Ну давай тогда ты выучи азбуку. Ножницы. Так, не трожьте мою шевелюру. След. Кто-то видел следы панды в Сан-Марино. 7-й балл. Гитара. О, 10-й балл Гаяна. Там музыка играет. Будильник. Не надо будить нас так рано. Давай-ка лучше разбудим этих главных экспертов. О, еще и эксперт есть. Круто, ну все, спасибо. Спасибо, Рик, ты был так добр. О, это кто у нас такие? Рыцарский роман. Александр Инчаков. Николай Еременко. Ребята, где проходят съемки вашего рыцарского романа? Я тоже туда хочу. В Гаяне бываю. Rivers and plains, значит там рек много. Солнце и дождь бывает. Круто, ладно, пойдем разберемся, что там за страна. Итак, Дэвид Гуэта отправляется на дискотеку с Гаяне. Ждите Дэвида Гуэту и его панду.